Солнечное лето с радостью встречают воспитанники Славянского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На празднике побывала и наша съемочная группа. Все воспитанники центра, которые уже посещают школу, успешно завершили учебный год, сделав еще один шаг по нелегкой дороге знаний. Впереди у них 3 летних месяца, во время которых им предстоит хорошо отдохнуть и укрепить здоровье, чтобы уверенно продолжить учебу. По традиции, в социально-реабилитационном центре встретили лето веселым праздником. С началом летних каникул детей поздравил глава Славянского района. Я поздравляю с началом лета, скажем так. Желаю всем хорошо его провести. Вы молодцы, мы услышали, что вы все закончили школу, перешли в следующий класс. Это все приятно, потому что сегодня не так просто учиться, и вы старались все, весь этот год учились, занимались спортом, творчеством. Всех вас с праздником, всем вам крепкого здоровья, успехов, радости, хорошего времяпровождения, веселья, улыбок. Директор центра Владимир Селецкий также пожелал детям всего наилучшего и вручил футбольной команде воспитанников, которые заняли 2-е место в краевом турнире, кубок, почетные ленты и медали. Самодеятельные певцы и танцоры центра порадовали всех своим искусством. На время летнего отдыха здесь, в уютном доме для детей, подготовлена большая спортивная и культурная программа. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».